молодец, молодец. Так, что у нас там по тасированию? Потусуем? О, это что-то новое, я не видел, не помню этого Мурлока. За горизонтом событий есть самой бездны. О, горизонт событий самой бездны. О, это что-то интересное. За горизонтом событий самой бездны все ваши существа сливаются в единую сущность чистого света. Чистой тьмы, бы. Кстати, колоду будьте готовы принести в жертву, все принести жертву бездне. Мне надо создать колоду. Наверное, десратли тогда нужно какие-нибудь. Ничего не понимаю. Первая рука была выпадена, вторая вышла лучше. Ваниль Дестройер отец уже как 7 раз. Муон 2 смог. Вот. Муон 2 смог, что? Я ничего не понял. Я ничего не понял. Я не разговариваю на эльфийском. Это эльфийский? Или это протосовский? Что в принципе синонимы? Ничего не вижу. Спасибо большое. Это смайлик. А, смайлик. Так, ладно. Спасибо тебе, Ванилка Дестройер. 7 месяц к ряду. А, Мун 2 смак. А, понятно, это вот это видео, я понял, все. Спасибо тебе, родной. Да, спасибо. 7 месяцев, уважаемый человек. Чувство вкуса есть, молодец. Красавчик. Тыш! Я обнимашки. А. Только потасовку брял. Так, сейчас нужен предсмертный хрип, да? На ком у нас хороший предсмертный хрип? Давайте возьмем Хунтера. Предсмертный хрип. Предсмертный хрип. Так, предсмертный хрип. Бабушки. Две штучки. Крысиная стая, огненный топырь. Вот, можно самопальщика. Зараженных волков. Поганого стрелка. Высокогрива саванны. Предсмертный хрип, ну у меня вполне неплохой получился предсмертный хрип. Можно еще заражение всяких повесить. Пущай будет. Детеныши ящера тоже сделаем предсмертный хрип. Все, а теперь давай дальше. Предсмертные хрипы хорошие же должны быть, наверное, какие-нибудь. Не знаю, просто наберу предсмертных хрипов. И даже еще инзота возьму, наверное. О! Нет. Сейчас ход противника призывает скелета 8-8. Интересно, вот не знаю, как оно будет работать. О, нет. Как вы думаете? Здорово, Готрейдж. Здорово. Поставь за саб B2 компромисс, Антиус Помпилиус зверь полазит. Да, конечно, чё, какие проблемы-то. Поставим, конечно, сначала потасовочку надо отыграть, и там же все будет. Привет. А почему у меня, кстати, вольные режимы предсмертных хрипов так мало? У меня же должны быть... предсмертный хрип. Почему? Это же вольный режим, да? Нет, это стандартный. А колода для потасовки должна быть все карты. А где у меня, предположим, пилотируемые крошеры? Я вот понять не могу. Пилотируемый. Ничего не нашлось. Так, подожди, крошер. Так, подождите, я, видимо... Подождите, у меня же не может не быть его. Так, подожди, создать. Воракс. Четверка. Может быть, я наркоман? Все карты. Это все карты. Это все карты, да? Это все карты. Вот вообще просто все карты. Здесь должен быть пилотируемый крошер. Хотя бы на создание. Правильно? Я... Так, хапа, крошер вольным. Ага, а почему здесь написано все карты? Я вообще этого... Меня это как-то пугает. Ну ладно, нормально, сойдет. Хрен с ним. Так, питомирование точно возьму. Спустить собакирование точно возьму. Не знаю, что меня ждет, поэтому возьму один дедли. Возьму двух псарей. И, пожалуй, даже уже. Это просто маленькая инди-компания, что ты пристал? Че, 5.25 маленькая инди-компания? Сколько можно уже? А, пофигу, зов лесов. Я не знаю, что меня ждет. Давайте. Не, просто там написано. Позов конли стандарт, походу, да. Потому что интерфейс сделали чельки, поэтому там все карты.
Понятно, хорошо, я понял. Все карты, не все карты. Иконка героя, сменить формат. Ага, видимо, у меня из-за того, что... Я ничего не понимаю, какая-то очень хитрая система. Система запутывания Хапитона. О, смотрите, кто такой маленький тут пришел. Кто такой маленький хорошенький пришел? Кто такая маленькая собака? Привет, мой. Привет, мой маленький вурдалачик. Ты моя маленький десратлушка. Джошек, ты кто у нас? Бабушка? Бабушка или... Или бродячий пес? Джошек, это 1-1 за 1 с десратлом 1-1, да? Да, одержимый крестьянин. Только одержимый пес. Пес его маленький. Так, сингулярность бездны. О, смотрите, как сделается. О, нифига, здесь творятся дела. В конце каждого хода, судя по всему, превращаются в юнитов. Hello, Expertos. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуй, Лапидус. Всем привет, дорогие друзья. Джош и Гиена Хавоча Хаймейна? Ага. Так, ну у нас, в принципе, наверное, здесь... Я понял суть происходящего. Тут опасно. Он причем прокает десратлы, а потом прокает еще десратлы. Ну вот это... Ой, подожди, ты хочешь сказать, что ты оставишь себе яд на этого чувака? Да ладно! Вау, это будет офигенно, если это будет с ядом. Нет, яда нет, конечно. Ну да, на чем он рассчитывал, на что он рассчитывал-то, уважаемый? Face is the place. Ну понятно. Как бы все понятно. Папа не ставит. Название стрима на ГГ кривое. Так, сейчас давайте посмотрим. А, тебе, наверное, Орбзор не нравится слово, да? Нет, но Орбзор это действительно то, что мы будем делать. Орбзорная бика. О, прикольно, кстати. Хорошая мысль. Хорошо реализована. Могила не дарует тебе покой. 7, 8, 10, 11. Очень интересно. Так, если... Для начала я нажму питомца. Это хафер. То есть у меня сейчас летал. Хорошо. Скайт, тебе статец уже как 23 раз. Я в рот шатал от вещи его нововведения. Недовольный шкет, как обычно. Так, сейчас обновлю Good Game. Он вечно какую-то странную штуку творит. Так, хорошо. Теперь давайте соберем поистине мощную деку. Теперь давайте соберем поистине мощную деку для этой потасовки, потому что ежу понятно, что здесь нужны всякие... Жуша, это 0-1 за срадлом замешать мину в колоду противника. 100 маленьких мин по одному урону. Спасибо тебе большое, Шкек. Шкек почти 2 года с нами. Поглядите. Вот тебе профитища. И обнимашки Джошика. Ненавидишь нововведение Твича, но они Фунсомик такие. Фунсомик стал королем. Ты просто консервативный, очень. Ты очень консервативный. Кстати, у меня почему-то... Так, а все равно возьму предсмертный хрип. Я все равно возьму предсмертный хрип. Фансомик? Господи, Фансомик, ты же раньше не был у нас подписан. Добро пожаловать в семью, Фансомик! Господи, ж ты Иисусе, поглядите на этого молодого человека. Добро пожаловать, Фансомик, добро пожаловать. Добро пожаловать. Молодец. У тебя есть вкус, молодец. У тебя брофист. Тш! И обнимашки Джошика, конечно же. О, обзор 17, да. Вы это сломали, Виспере сломали, кнопку саба сломали. Сначала в классе закрыли, а потом шарик не дали. Никакого праздника. Я понимаю тебя, Шкек. Я тебя понимаю. Это ужасно. Такого не должно быть. Такого не должно быть, Шкек. Это просто, ну... Честно, вот, ну... Сердце кровью обливается, когда я тебя слышу.
паспорт и подчеркивание Дуст отец уже как 3 раз. Дуст? Я пришел сюда подписаться и смотреть стрим. Угу. И как мы видим, я уже подписался. Третий чип Павел Пламень Ф. Геймер. Ари. Окей. Колизей. Резидент Слёпир. Я понял. Я понял, Форти Даст. Никаких проблем. Добро пожаловать, у тебя брофист еще. Туш! И обнимашки. Сашка, без тебя было так одиноко. Ребята, я тоже очень сильно скучал. Я обычно не беру 2 выходных подряд, но тут уже хитрая хитрота случилась. Надо было, ребят. Так, значит, смотрите, есть костяные плуты. Плуты, интересно, да? Причем, смотрите, я могу сделать так, что... Ага, не-не-не, это будет фигня полная. Он сразу... Может быть, волхвицу умбру? Не, тоже фигня полная. Ой, смотрите, есть яйцо 0-3. У меня, правда, оно одно. А, ну есть еще одно. Да ты просто жопа говорящая. Ну вот, непонятно, я не знаю, почему ты так считаешь. Воскреситель мертвых показался очень хорошо. Скелеман показал себя очень хорошо. Сумеречный призыватель показал себя очень хорошо. О, нет! Да, Джошо? О, нет! Не, как-то нехорошо. Сори, братик, у меня глюк был, обновил ГГ, все норм. А чё это у меня корона? Я ж только 8 декабря королем стану. Не знаю, Арсенику, не знаю. Видимо, Твич. Видимо, иногда судьбу можно поторопить. Так, ну здесь мне все нравится, все мне нравится. Теперь мне нравится, само собой, Дедли. Все складывается в одного юнита. Все скатывается в одного юнита. Значит, мы хотим Дедли. Мы хорошо относимся к Дедли. Метка охотника. Ложная смерть. Ну, ложная смерть. Кстати. Не. Метка охотника плюс это такое себе на самом деле. О! Не! Где можешь. Ой, заморозка! Одну заморозку возьму. Нормас, вообще прям классно. Интересно, сколько эта штука будет стоить. Блинки-блоньки, отец уже как 9 раз. Привет, Хапитан. Третий в ВК. Спасибо. Спасибо, блинки-блонки. Вот молодец, парняга, да? Он тут просто взял сразу тричанский кинул. Смотрите, ну приятно смотреть за пацаном. Ну разве не умничка? Ну, конечно же, красавчик. Какой молодец. Так, а здесь Тандрарина нам не нужен. Ну, я думаю, что здесь вот есть зовы лесов, они типа уберстаты. Король Круш может быть финишор. И, в принципе, я думаю, что может быть еще одну разновушку. Но это не... Ну, это не точно, конечно же, как говорится. Не призывает 8, он вроде умрет твой же ход, а надо вход противника. Да, 2-2, 2 фреза бери, ну бей. 2 фреза, да, взял. Работа скелемант не работает? Ну, не работает, не. И 4-5 за 2, и 4-8 за 3. А, точно. Точно. Не может атаковать. Ребята, точно. Значит, этого уберем. Древний позорный. Господи, как давно тебя не брал. И здесь, пожалуй, так надо как-то аккуратно. Зов лесов больше как бы как финишор. И исполинский бритвалист. Надо некрасивый брать, конечно же. Хорошо. Дедлики взял, заморозку взял. Так, блинки-блонки в ВК. Блинки в ВК. Блинки в ВК. Что такое-то? Хорошо. Капа. Да, здорово, Станчик. Всем привет. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня было... Сегодня эти 2 дня были максимально продуктивными. И сегодня было очень продуктивное утро. Спойлер. Спойлерить, наверное, пока не буду. Скоро увидите. Уборочный голем. Думал о нем. Он неплохой, но он, видишь, он самостоятельный. Лучше брать что-нибудь, что реально не самостоятельно. Посмотри вот на эти карты. Они ж просто пипец. Бабушка с первого хода. Пожалуйста, 5-4. Исполинский виртуалист, пожалуйста, плюс 4-8. Без полиморфа говорить вообще не о чем. Здорово, Венчер. Блудный сын вернулся. Да, ребята, мне тоже очень приятно вам стримить, ребят. Рибитуси. Уборши, только не сюрпризы. Здравствуйте. Да, вот такие сюрпризы ты не любишь? Почему ты не любишь сюрпризы? Да, этот чувак явно не подготовился к... Этот чувак не подготовился. N66, у тебя B2, да? Хорошо. Хорошо, энд. Тебя просто в конец очереди запихнул. Ну. Изи-пизи. Так, ты...
Ты сделал интимную стрижку перед поездкой в МСК? Конечно, сделал. Интимная стрижка называется не бритябрь. Вот так вот. Отличная стрижка. 3-5-5-4, ну это просто сказочка, ребята. Ну это просто сказочка. Он дает мне возможность убить себе 3-5 и поставить яйцо, которое забафает этого чувака. И, ну посмотрите, это же просто... Здравствуй, земельный. Но здесь на самом деле все достаточно просто. Здесь надо захватить преимущество и как бы давить по кривой. Тут правильнее... Ну, тут у чувака неправильная дека, и он вообще просто обречен. И у мерзко. Стоп, когда хапаешь в МСК? Я на новогодние праздники в МСК. То такая багованная подготовка, как бабуля 1 и бабуля 3-2 вместе дали 5-4. Потому что баги. Баги, баги. Мага через секреты попробуй. А в чем понт? Прости, мага через секреты. Дозорный, дозорный, злобноплав. Дозорные, древние позорные очень хороши. Боже, как я на самом деле по ним скучал. Древние дозорные одна из моих карт на самом деле. Любимых. Ну, потому что он классный. Это вот чувака тоже принц Молчезар. У вас, у чуваков, какие-то непонятные идеи. Сколько нам еще проходить по лезвию клинка? Да, вот сегодня, по идее, последняя трансляция по лезвию клинка. В аппарате убивает жирного с пылу за 0 value. Чё тебе еще надо? Есть такие карты, которые... Вот, ну как бы бабушка работает неправильно. Неправильно. Но вообще с бабушкой должен образовываться 1-1 и... 1-1 и юнит маленький. То есть это нормальная практика, что у тебя по несколько этих. Кстати, а сколько он стоит? 6! А этот один. Это, кстати, скорее всего, какая-то типа тема из разряда... Тема из разряда... я тебе сапну юнита, и из-за этого ты не сможешь им... Во-во-во, сейчас надо не ошибаться, наверное. Хотя... Давайте вот так вот. Он хочет типа сапнуть. Все дезератлы на пустой стол работают неправильно. Ага, дезераты. Ну я не я, чувак, прекрати. Хорошо, давай ты поймешь, что это тебе надо что-то делать, а не мне. А еще ты я не понял насчет багов. Мол, две бабки должны быть 4-3 статами, а не 5-4. О, вправду, лол. Действительно, они же 4-3. Он готовит злолиста. Не приготовил. Блин, нифига себе. Фунсомик поддержал нас со точку и сообщает. Ага, да. Чат не читаешь. Читаю. Я уже второй месяц подписан. Второй? Просто сраный урод, а не ант. Не предложил написать сообщение, хотя я подозреваю, что это у тебя на канале какие-то проблемы с этим. А еще ты должен мне 4 трека. Начнем с хорошего настроения, безысходность Аньойкин. Лучше с Ютуба. Хорошо, я понял тебя. Спасибо тебе большое за поддержку. Слушай, тут нет, у меня никаких альтернативных или особенных настроек канала нет и быть не может. Это слишком сладко, чтобы такое было вообще. Вот. Вот. Слишком велика честь мне, грубо говоря. А Enjoykin безысходность, лучше с Ютуба. Никаких проблем, поставим тебе. Какие проблемы? За бабки получается 5-4. 1-1 плюс 1-1 плюс 3-2. А уборочный голем 6-7. А почему 1-1 плюс 1-1 плюс 3-2? Это как ты так? Это как так считается? Типа у нее... Он умирает 1-1. Называется 1-1. Да, видишь, он как бы убивает, он делает дабл демонов. Вот так вот. Он на первый ход делает двойных демонов, судя по всему. Поэтому он убивает бабку, получает плюс стат демону на этот ход. Удивительно.
Вот. Записал себе. Потом убивает 1-1 и 3-2. И добавляет плюс 3-2, плюс 1-1. Вот так вот. Тени сама себя с пустым столом. Вот, интересно, сейчас сработает так. Видишь, а вот этого чувака не убили. И это халява. Почему? Потому что я могу сделать вот так. Цик, я убил тебе 6-8. А самому у меня юнит остался. Ну, кстати, тут сапы могут быть, поэтому здесь я скорее больше по древнему дозорному прикалываюсь. Пусть он убивает мне сильного юнита. Если он сейчас не... Я не знаю, что чуваки за деки собирают. По-моему, тут очевидно, как собирать деки, а пацаны все равно... Он убивает и бабку, и 1-1 демона с нее. Да, да. Как бы идет два энкаунтера. Первый. Тень делает атаку и считает, и записывает статы. Фишка в том, что первая тень каким-то макаром, тень на пустой стол каким-то макаром делает дабл атаку. И при этом кумулирует статы. Вот так вот. То есть она делает первую атаку, записывает статы, потом делает вторую атаку и записывает статы. То есть, грубо говоря, она имеет дополнительный бонус с таких юнитов, которые имеют десратлом юнита на первый стол, на пустой стол. Такие как там бабка, яйцо, харвест голем и т.д. и т.п. Какой очевидно, алё, ты пёси-пёс, который 3-3 из 3 игр дал бабку на старте. Какая разница, можно было сделать древнего дозорного. Все равно имбач. Ох, сейчас посмотрим, как яйцо Диварзавра. Яйцо Диварзавра, скорее всего, сработает так, что это будет просто имба. Глянь после потасовки, пока народу немного. Сейчас. Ну хорошо, ладно. Посмотрю. Предыдущий обзор был 20-22 ноября. Илюс, глянь на ютубусе, я прям так не помню. Тут такая ситуация, что обзор, плюс еще после этого надо его запилить, он не сразу появляется на ютубе. Вот, так что так я не помню. Кайнусь. Скорее всего, просто этот демон изначально 1-1, просто он типа фантомный, и когда ты на пустой стол ставишь крипт, он соединится с фантомным 1-1. Это не объясняет все еще двойного убийства, дорогой друг, так что я бы сказал, что нет. Сейчас проверим эту теорию на яйце Диварозавра. Вот как бы сейчас, 5-5, 0-3, и они умирают оба. И при этом, посмотрите внимательно, у этого юнита 5, 11, 10 кристаллов. То есть, как бы, грубо говоря, в его стоимости включены... 1-1, пустое, да, и... Ну, тут как бы достаточно... Тут достаточно просто, тут есть чем... Тут есть чем триггерить. Ой, подожди, у тебя Mirror. Ты меня удивляешь. Ну ладно. Хочешь тратить пингуську на убийство 3-2? Пожалуйста, но это для тебя все равно минус. Я думал, это Вапарон, честно говоря. У нас много секретов. А вот теперь, если ты делаешь секрет, это Вапарон, то это большая ошибка. Это, конечно же, была ошибка. Ты просто читаешь низ в основном чате КМХ, конечно, но я бы чатик из ГГ и Твича разделил бы. Нет, в смысле нет, конечно, это было бы максимально неудобно и тупо. Они ходят по-разному. Так, хорошо. Ты триггеришь Вапарон. А, Вапарона нет. Вот эти дела. Чучело. Подожди, стой! Ты же сказал, что вольных карт нет! Скорми мне... Скорми себе мой кокс, собака! Подождите! Стоп! Остановите! Вите надо выйти, какого фига? Это факин... Что за фигня? Подождите, я что, собирал себе только из карт стандартного режима, когда я мог нажать вольный и собирать из всех подряд? Какого черта?
говорите. Так, это Вапорон, поэтому надо сейчас будет либо Хаймейн, скорее всего. Воскресители мертвых. Давайте так пока. Не хочу атаковать поэтому. Ну, если он сейчас, у него сейчас есть фаербол, он меня убивает, конечно же. Прошу прощения, но вы горите. Скорее всего, это фаербол, который в лицо летит. Гордишься собой. Так, редактировать. Так, удалить. Да, удалить. Так, давайте попробуем все равно. У кого у нас сильные десратлы просто природные? Да нормально, а у охотника хорошие десратлы. Так. Удалить. Назад. Куда? Я вдруг, как в сказке, должен нажать. Чтобы у меня открылся факинговый. Так, хорошо, у мага было чучело. Подожди, может быть, я забыл и чучело. Чучело. Так, подожди. Нет, подожди, это Черная гора. Чувак только что сыграл. Так, чувак. Я не понял, он что, контрабандную колоду принес, что ли? Что это за фигня? Как чувак выставил себе вольный и припер. Создай колоду в коллекции, скопируй сюда. Что? Да не работает это так. Сейчас, подождите. Хотите сказать, что чучело было с петроглифа? Ну да, здесь не собирается ни стандарт. Можно, кстати, Марина Лиса. Все понятно, я наркоман. Это большой турнир. Так, потасовка же вольным играется. Короче, потасовка играется в вольном. Потасовка играется в вольном, а как бы вольные карты вольного получить нельзя. Ну что я могу сказать, дорогие друзья? Маленькая инди-компания, конечно же, маленькая инди-компания. Ну, мы на самом деле уже поиграли потасовку. Поиграли потасовку. Я думаю, что мне стоит немножко охладить свой запеканус. И пойти, я не знаю, куда-нибудь. Пойти по океан открыть, ребята. О! Блин, даже по океан не дают открыть. О, это приятно. Можно с раскопок, йоу. Йоу, Михаил, йоу.